Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Данный видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно-таки недорогих, но в то же время качественных термосах от российской компании Arctica. В данном случае у меня моделька под номером 301. Данный термос предназначен для, скажем так, еды, то есть для первого и второго блюд. Можно, соответственно, супчик, кашку, ну и так далее. Ну, начнем с рассмотрения данного термоса. Термос изготовлен из ударопрочной нержавеющей стали. Сталь не поддается коррозии, но ударопрочная, разумеется, от легких ударов. Если сильно обо что-то и ударить, конечно же, она погнется, либо что-то уронить довольно-таки тяжелое. Сам термос выглядит таким вот образом. Идет он с... позиционируется как с супер широким горлом, то есть горлышко у данного термоса на самом деле широкое. Общая длина, высота, скажем так, данного термоса составляет у нас порядка 21,7 сантиметра, а ширина, как можно видеть, порядка 10,5 сантиметров. То есть термос довольно-таки компактный. В данном случае это литровый термос. В линейке представлены также более мелкие объемы. Чашка, либо крышка, можно так ее назвать, откручивается здесь легко. Можно сюда при желании налить супчика, либо положить второе блюдо и есть непосредственно с самой вот этой чашки, ну, либо крышки. Довольно интересно, здесь изготовлена сама пробка, крышка, можно ее по-разному называть. Здесь имеется такая вот красная кнопочка, при нажатии которой стравливается давление внутри корпуса. То есть, когда у нас крышку как бы присасывают, после того, как мы наливаем туда горячее блюдо, чтобы нам через силу это все дело не тянуть, нажимаем кнопочку, давление сбрасывается, и крышка легко откручивается. Имеется здесь силиконовое уплотнительное кольцо. Кстати, сталь нержавеющая данная позиционируется как бы как пищевая, то есть она никаких привкусов, ну и так далее, не дает, никак не окисляет, не окисляется от еды и так далее. В принципе, я думаю, с этим понятно. Выглядит термос внутри у нас вот так вот. Уже пробовал я термос, применял, довольно неплохо он держит, скажем так, температуру блюд, но если многие думают, что держит, например, как вот обычный термос под чай, там, с узким горлом, то у этого термоса температура как бы немножко, ну, длительность удержания температуры немножко пониже, чем у термосов, которые предназначены чисто для напитков с узкими горлами. Там тепло они держат больше. Как правило, теплопотери самые большие идут через крышку, поскольку здесь крышка довольно-таки большая по своей площади, поэтому и теплопотери будут больше, чем у термоса под, ну, с узким горлом под классические обычные напитки, там чай, вода, ну и так далее. То есть такой вот термосок. Ну, внутри, соответственно, между стенок здесь вакуум закачан, чтобы у нас это все дело как бы не отдавало тепло. То есть термос довольно-таки качественный за разумные деньги, особенно если посмотреть на цены более каких-то именитых конкурентов, то качество здесь, в принципе, ничем не уступает. Возможно, в оформлении есть какие-то нюансы, но, опять же, за данную стоимость все довольно-таки отлично. И у меня уже не один термос от компании Арктики, все классно себя показывают, вообще без нареканий. Качественные термоски, кому нужен термос под еду, вот вполне довольно-таки неплохой вариант. Ссылку на данный термос я оставлю в описании под видео. В описании под видео также оставлю промокод рыбалка 34, который дает скидки до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен либо понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.